Команду мэрии поддерживает команда журналистов и горожан. Союз города и горожан – это самый серьезный и стратегический ресурс нашей столицы. Без вашей поддержки, уважаемые журналисты, в городе ничего невозможно было сделать. И вы сами, наверное, были свидетелями того, что на любые критические замечания прессы мы очень оперативно и своевременно всегда реагировали. На любое критическое замечание, если есть какие-то вопросы в плане ЖКХ или в плане социальных вопросов, мы моментально реагировали и старались все эти замечания именно прессы устранять. И мы всегда, и в будущем, я надеюсь, что мэрия города Бишкек будет очень тесно взаимодействовать с прессой. Хотел бы поздравить Нарима Антошболотовича. Мы с ним отлично работали в тандеме с 2008 по 2010 годы. Нарим Антошболотович был мэром города Бишкек, я был председателем городского кенеша. Я многому научился у этого человека. Когда он был мэром, я был председателем горкенеша, я наблюдал, как он работает. И верхняя зона, по большому счету, это его проект. Он начинал там дорогу, после появились вот эти велодорожки, парки и так далее. И это был в то время еще большой проект, который в свое время мы хотели сделать совместно мэрия и городской кенеш. Также мы с Нариман Ташболотовичем работали в Жогорку кенеш, мы были депутатами от одной фракции, от Аджурт. Вот. Мы тогда были соратниками. И я вот эти 4 дня с ним вел переговоры по поводу того, чтобы он был первым заместителем. Он очень долго отказывался. Я вчера в 12 часов ночи его говорил. И я просто прошу, чтобы Нарим Антошболотович продолжил эту работу. А я бы хотел в течение вот этой недели, двух недель стартуют выборы в Жогорку кенеш. Я планирую пойти на выборы. И я думаю, что уверен, что мы принимаем сейчас правильное решение. Нарим Антошболотович был мэром города, оставил очень хороший след. Он опытный менеджер, управленец, руководитель. Хочу пожелать успехов в работе и крепкого здоровья. Спасибо большое. Спасибо.